Телеканал КРТ представляє. Уряд прийняв програму стимулювання української економіки. Щоправда, без конкретних пропозицій. Її, кажуть, Кабміні доопрацюють, тобто програму, протягом кількох наступних днів. Пріоритетним завданням, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це підтримка вітчизняного виробника. Доступні кредити, грантові програми, зменшення податків. Загалом програма містить 230 пунктів і поділена на три розділи. Что касается поддержки малого бизнеса, включался кабинет министров, вот только что включение было у вас, красивая съемка. Ваши зрители должны понять, что это вот полная чепуха и никакого отношения к реальной действительности не имеет. Они все там заседали не с поддержкой малого бизнеса, и тут я возвращаюсь к вашему вопросу. Поддержка малого бизнеса начинается с самой простой вещи. Даже не вопрос в том, что никто не верит, что какими-то законопроектами помогут развивать малый бизнес. Они не в состоянии в кабинете министров это сделать, потому что они никогда не работали в этом секторе. Они не знают эти проблемы. Но они точно могли сделать что? Это уменьшить вопросы, связанные с энергоресурсами. Потому что вопросы электричества, вопросы газа находятся в каждом гамбургере, который жарит малый предприниматель. Я даже не беру во внимание, что для производства любой вещи, кукломотанки, для производства нужен небольшой станок, который потребляет электричество. И вот реальность, что же делает кабинет министров для поддержки малого бизнеса. Повышение тарифов по газу на 70% в будущем, по электричеству проект на 30%, к осени по еще. Вот где поддержка малого бизнеса. В минус его опустить еще. Сделать таким образом, чтобы во всей Европе было производство самое дешевое, а у нас самое дорогое. Мы не могли производить вообще ничего. Вот это реальность поддержки малого бизнеса. Так? Я повторяю, не нужно отмахиваться. В каждом бутерброде, в каждом хлебной булке заложено электричество на 30% дороже, на 70% по газу. Почули вас. Чи давати Україні черговий кредит? МВФ поки що не вирішуватимуть. Українського питання в календарі Ради директорів фонду на найближчий тиждень роботи цього питання немає. При цьому гроші, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, чекають уже наступного тижня. Пане Олександре, от дивна ситуація. Ми, щоб взяти 5 мільярдів, причому під стендбай, маємо віддати з бюджету 17 мільярдів, ну, вже в вигляді відсотків, так, за ті всі борги МВФ. На вашу думку, оце гра, як то кажуть, на підвищення тих ставок, тому що ми розуміємо, що вже ні ми, ні наші діти, ймовірно, наші внуки змогли би це віддати ці борги. Ну, це є така поговорка: вгоняй мене в долги, вгоняй на сьогоднішній момент. То, що обсуждається в кабінеті міністрів і прем'єр-міністр заявляє про те, що ми очікуємо вже ці гроші, у мене лично напрошується питання. А МВФ навіть не знає про це. Та вопрос навіть не в тому, що вона не знає. Вопрос в тому, що у нас правительство живе від кредиту до кредиту. І кожен чоловік, який приходить в банк, по суті, МВФ – це огромний банк. Это не благотворительная организация, оно не делает подарки. Вот каждый наш зритель, когда он идет в банк и пытается взять кредит, если у него нет ничего, а в нашей стране на сегодняшний момент уже нет ничего, ну, кроме как бы земли и, я извиняюсь за выражение, древесины. Если нет ничего, сотрудники банка обычно спрашивают, под что вы берете кредит? Вот мне хочется спросить у премьер-министра, куда развивается наша страна? Под что берется этот кредит? Что мы планируем? Мы планируем из него что-то произвести? Произвести, продать и отдать? Или какие действия сделать? Это яркий пример того, что происходит. Это пример проедания, это пример выплаты долгов, которые уже были. И вообще вот эта вот долговая чехарда, которая происходит, ответа на сегодняшний момент не имеет. То есть что будет с нашей страной дальше? Возможно, мы подходим к тому, что мы не сможем вернуть эти долги. И возможно, стране уже нужно честно признаться внешним кредиторам о том, что нужно пересмотреть. Мы не в состоянии, мы ничего не производим. Ну, мы вырубляем, вы сказали рано про древесину, про деревину. Вот у нас есть реальные дубы в Верховной Раде. Не хочу ображать, у нас есть телефонный звонок.